Heaven on earth. Аллилуйя! В Притории, Кейптауне, Блумфонтейне, Йоханнесбурге воскликните Богу с радостью. Давайте, аминь. Мы снова вместе. Слава Богу за нашего президента, который сказал, что мы можем собираться со множеством людей в церкви. Мы очень рады, что все вы здесь. Тысячи остались снаружи, но многие оказались внутри. Мы приветствуем вас сегодня утром. Нас ждет фантастическое служение. Дайте кому-нибудь воздушное пять и скажите: «У Бога есть чудесные вещи для тебя во имя Иисуса». Аминь. Пусть Бог благословит вас. Рад видеть вас. Хочу ободрить вас. Если вы еще не вернулись в церковь, возвращайтесь в дом Господень. Нет ничего лучше, чем присутствие Божие. Аминь. Присаживайтесь. Придерживайтесь безопасной дистанции. Ничто не может заменить Бога. Сегодня утром хочу подготовить вас к 22-му году. Мы не готовы уходить на пенсию, но готовы к новому огню. Мы не готовы отступать, но готовы возвращаться. Мы не готовы лечь, но готовы встать во имя Иисуса. Я хочу сказать вам, что Бог готов сделать нечто на земле. Он собирается сделать нечто в вашей жизни. Итак, 104-й Псалом с 37 стиха по 41 включительно. Библия говорит: «И вывел израильтян из пандемии серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет», то есть без ковида, «и шествию их, ибо страх от них напал на него, на правительство, замышляющее злые вещи. Все это разрушится, простер облако в покров им, и огонь, чтобы светить им ночью». Это Божья защита. Просили, и Он послал перепелов, обеспечение, и хлебом небесным насыщал их. «Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим». Вот мой сегодняшний текст. Я хочу быть последовательным, потому что этому учат в библейской школе. Я не всегда придерживаюсь плана, но не сегодня. Наш сегодняшний текст говорит: «Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим». Я хочу, чтобы сегодня вы поняли, что есть определенные вещи, которые может сделать лишь один Бог. Я хочу сказать вам, если Бог делает что-то, вы не можете остановить это, вы будете бороться с самим Богом. Я хочу сказать вам сегодня, что то, что Бог задумал для вашей жизни, исполнится. Нет беса, нет силы, нет зла, способного остановить то, что Бог задумал для вас. Если вы верите в это, то воскликните на это громкое «Аминь». Давайте прославьте Его. Мое сегодняшнее послание называется «Он разверз камень». Камень говорит о мертвом месте, трудном, сухом месте. Многие из вас оказались в сухом, трудном месте после ковида. Некоторым из вас кажется, что вы оказались между молотом и наковальней. Но я хочу сказать вам, что когда придет Бог, ваши враги разбегутся. Когда придет присутствие Божие, к вам придет жизнь, и из вашего сухого места потекут реки. То, что было мертвым, станет источником благословений, источником роста, плодовитости. Так что поднимайтесь на ноги и прославляйте Господа. Иисуса на этом месте, ведь мы готовимся к пробуждению, а не к изоляции. Мы не следуем за теми, кто всегда против. Аминь. Мы знаем, что сатана лжец, а Иисус Мессия. Итак, 77-й Псалом, 16-й стих говорит: «Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки». Аллилуйя! Когда Бог приходит, мы должны быть готовы к излиянию. Не к засухе, а к излиянию. Это когда открываются целые шлюзы. И начинает течь Божья доброта, милость и благосклонность. Они смывают волну тьмы. Библия говорит, что когда враг приходит как потоп, Дух поднимает знамя против него. Это Писание говорит как раз о таком потопе. Мы можем оказаться в сухом и трудном месте, а ваша бесплодная утроба родит ребенка. Бог прикоснется к сухим местам в вашей жизни. Можете воскликнуть «Аминь» на это во имя Иисуса. Я верю, что Бог превратит бесплодные места в плодоносные. Я верю, что Бог превратит вашу скорбь в радость. Библия говорит, что слезы бывают на мгновение, а утром приходит радость. Я верю, что Бог превратит ваш недостаток в избыток. Он сделает так, чтобы ваши проблемные места дали прирост. Я верю, что Бог превратит мертвые эмоции в радость во имя Иисуса. Ваши проблемы превратятся в ответы. Аллилуйя! Все планы и замыслы врага Бог обратит вам во благо, потому что любящим Бога все содействует ко благу. Вы должны приготовиться. Приготовьтесь к 2022 году, к благословению в 2022 году. Приготовьтесь к тому, что твердые места превратятся в мягкие. Во имя Иисуса, услышьте меня сегодня. Наш Бог удивительный и сильный. Вся сила по-прежнему у Него. И послание к евреям, 13 глава, 8 стих, говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, прославьте Его. Книга Малахии, 3 глава, 6 стих говорит нам: «Ибо я, Господь, я не изменяюсь». Он продолжает менять мир, менять игру. Он разбивает камни, Он исцеляет и избавляет, Он убирает болезни, успокаивает бури, Он ведет вас, Он восполняет ваши нужды. Ни правительство, ни грант. Он Эль-Шаддай. Мне нравится это место тем, что когда люди жаждали, Бог не дал им достаточно, Он дал им более чем достаточно. Это характер Бога. Он Эль-Шаддай, Иегова Ира, Господь, который восполняет все ваши нужды по своему богатству и славе во Христе Иисусе. Ему не нужно правительство или экономическая политика. Он Бог сам по себе. Он выведет вас из пустыни и введет в место избытка. Воскликните «Аминь». Он все еще Иегова Ира, ваш обеспечитель. Он Иегова Шамма, Бог, который рядом. Он все еще Иегова Рафа, Господь-целитель. Он все еще Иегова Шалом, Господь ваш мир. Он все еще Иегова Нисси, Господь ваше знамя, ваша победа. Он будет бороться за вас во имя Иисуса. Он Иегова Циткейну, ваша праведность. Когда Он открывает двери, никто не может закрыть их. Когда Он решает благословить вас, никто не может проклясть вас. Ни ваш предок, ни грехи ваших предков, ни ваше прошлое, традиции, культура или заговоры, ничто. Бог сказал, что высоко ценит вас. Бог сказал, что вы благословенны во Христе, который умер и воскрес. Лазарь, выходи из гроба. Приготовьтесь к тому, что камень отвалит. Приготовьтесь к жизни воскресения. воскресения в Иисусе, потому что Бог собирается сделать нечто удивительное на земле. Я ощущаю присутствие Божие. Так что поднимайтесь со своих мест и прославляйте Господа. Мы слишком долго молчали. Голос скорби слишком долго звучал в церкви, а вы прославляете его. Аллилуйя! Голос скорби нужно заменить голосом радости. Аминь. Вы слышите? Когда Он повышает вас, никто не может помешать этому. Когда Он касается вашей жизни, никто не может забрать у вас судьбу. Аминь. Спросите об этом Давида. Когда Бог начинает двигаться, Его нельзя остановить в вас и через вас. Когда Он говорит, Лазарь должен выйти, я верю, что 2022 будет чудесным годом. Спасибо за ваш энтузиазм. Нас определяет не наше прошлое, не наши проблемы, не дьявол и не пандемия. Нас определяют обетования Божии. 2022 будет годом чудес, потому что сам Бог сделает так, чтобы вода полилась из камня в вашей жизни во имя Иисуса. Это будет год прорыва, в котором вам придется принять решение, подняться и засиять, не сидеть и киснуть. Хватит этого. Это будет год ожиданий, а вот почему готовиться нужно сейчас. Не 31 декабря, аминь. Вы должны строить планы на следующий год сейчас. Вы должны изменить свое отношение, свой взгляд на будущее. Не нужно впадать в отчаяние из-за последних 20 месяцев, чтобы не ожидало вас, Бог за вас. Если Бог за вас, кто может быть против вас? Какой бы трудной ни была ваша ситуация сейчас, доверяйте Богу. Когда Бог придет, Он сделает так, чтобы вода полилась из тюрьмы, из долины, из горя, из трагедии, из разочарования. Бог придет туда, где вы находитесь, и изменит все. Пусть кто-то скажет на это «Аминь». Поднимитесь на ноги, если верите, что эти слова про вас, и прославьте Его. Вы скажете, а зачем? Многие из вас стали ленивыми перед телевизорами, а кое-кто так и сидит дальше перед телевизором. Вы лежите в постели и думаете, откуда такой запал так рано утром? Так вот, вернитесь в церковь, вернитесь к Богу. Это год для того, чтобы планировать и ожидать великих вещей. И Библия говорит в книге Даниила, 11 главе 32 стихе, что люди, знающие Бога, будут сильны и будут творить великие дела. Это год, в котором вы должны принять решение быть позитивными. Ведь если Бог за вас, не имеет значения, как все засохло, Израиль был в буквальной пустыне. Кроме того, они оказались между молотом и наковальней. У них не было выхода в этом обычном мире. 3 миллиона человек, овцы, скот, верблюды. Всех нужно было кормить, я уверен, что им было непросто, и тогда они обратились к Богу. Бог был милостив и послал им дождь, воду, манну, перепелов. Это время, когда люди увидят сверхъестественное вмешательство самого Бога, и Бог получит славу за это, потому что никто не сможет поспорить с тем, что Бог делает в вашей жизни. Ваше бесплодное место станет плодоносной землей. Ваша пустыня превратится в место благословений, ваши мертвые эмоции оживут благодаря воде и силе Духа Святого. Все это изольется на вас во имя Иисуса, в вашей молитвенной комнате, в машине, в церкви, на домашней группе. Присутствие Бога будет являться так, как никогда раньше, вплоть до пришествия Христа. Ведь Исаия говорит, это глава 60, 1 стих, «Восстань». «Светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой. Чем больше тьма, тем ярче свет». Мы не призваны к тому, чтобы сдаваться. Мы призваны к победе. Мы не призваны бояться. Мы призваны подняться в огне, зная, что Бог будет стоять с нами. Бог спасает нас. Здесь сказано «и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы». А вот что происходит. Скажите: «А Господь, да, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Я провозглашаю это сегодня. «А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Послушайте, церковь. «А над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Дьявол не сможет помешать этому. Чем больше тьма, тем больше ваши ожидания. Чем отчаяннее ситуация, тем больше веры должно быть в вашем сердце. Бог не оставит и не покинет вас. Он не бросает свой народ, не отворачивается от него. Он ваш Отец, Царь, Господь, Спаситель, Избавитель. Он избавит вас сильной рукой. Он разобьет камень, и вода польется на ваших детей, ваш бизнес, ваше тело, вашу утробу, на все ситуации вашей жизни. Вода польется. И сказано, придут народы к свету твоему. Наши лучшие дни впереди, и цари к восходящему над тобою сиянию. Политическое влияние. «Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься. Ваш облик изменится, ваше сердце затрепещет и расширится». Когда вода начнет течь из камня, точнее, не просто течь, а течь сильным потоком. Ведь когда Бог приходит, это не нежный и смиренный Иисус. Это событие будет больше того, что было на день Пятидесятницы. Дьявол не сможет остановить этого. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса. Тогда увидишь и возрадуешься. И затрепещет и расширится сердце твое. А после этого нас ждет величайшее пробуждение в мире. Богатство моря обратится к тебе. Бог обратился ко мне. Он дал мне это слово 3 года назад. И я хочу поделиться им, потому что оно актуально сейчас. Мы увидим начало движения Божьего в 22 году. Так, как никогда ранее. Я говорю, как никогда ранее. Вы должны подготовиться к тому, что Бог будет двигаться. И не просто где-то, а здесь, в вас и через вас. Я верю, что Бог расколет камень, и с него польется вода. Он начнет двигаться в тех сферах вашей жизни, в которых не двигался раньше, в тех местах, в которых не двигался, в местах, в которых, как вы считаете, Бог не может двигаться, а Бог будет двигаться. Он будет касаться бесплодных сфер Он будет касаться и оживлять мертвые сферы. Я говорю о ЮАР, нашей экономике, победе над бедностью, о пробуждении среди молодежи. Я говорю об убийцах и насильниках, которым прикоснется слава Божия. Я говорю о молодом поколении, к которому прикоснется сила Божия. Они изменят свои пути и обратятся к Богу живому. Они станут предвестниками величайшего пробуждения, какое только видел этот мир. Во имя Иисуса. Я провозглашаю, что всякая закрытая дверь откроется, всякая гора и всякая оппозиция будет разрушена благодаря присутствию Господа. Люди, выступающие против вас, преклонятся перед вами. Ваши враги не будут успешны. Бог разверзнет камень, и вода польется. Я буду повторять это вновь и вновь, пока вы не поверите в это. Даже если вы не хотите этого прикосновения, вы переживете его. Когда Бог излил Духа Святого на 70 старейшин, которые были с Моисеем, то даже люди, находившиеся вне стана, пережили его прикосновение. Бог прикоснется даже к тем, кто настроен скептически. Вопрос не в том, что вы заслуживаете что-то у Бога. Вопрос не в том, молитесь ли вы, или в ваших убеждениях, вашей вере. Бог будет двигаться. Бог прикоснется к камню. Бог покажет свою доброту и милость народам земли до возвращения Господа Иисуса Христа, чтобы толпы пришли к спасающей благодати Иисуса. Бог откроет вашу утробу. Если вы хотите ребенка, и вы в браке, ведь так? Аминь. Вы скажете, у меня уже 5 детей. Будьте осторожны. Бог откроет вашу могилу. И ваш Лазарь выйдет. Бог откроет вашу тюрьму, и вы будете снова свободны. Бог откроет и расширит ваш круг влияния. Бог откроет глаза тех, кто будет повышать вас. Они заметят вас в 2022 году и повысят вас, расширив ваше влияние. Некоторым из вас стоит написать это на стене. Скажите, 22-й год будет годом моего повышения. Незаслуженной благодати и повышения, потому что Бог возложит свою руку на вас. Божья благосклонность будет на вас. Она сделает так, чтобы в вашей жизни происходили чудесные вещи. Божья благосклонность зальется на вас из этого камня. Он разверзнет камень, и воды принесут вам новую жизнь, новые возможности, новое видение, новые мечты, новые силы, смелость и отношения, рост, благосклонность на благосклонность, на благосклонность, благосклонность, благосклонность и еще раз благосклонность. Независимо от того, кто замышляет против вас зло, независимо от ваших врагов, Бог помажет вашу голову свежим елеем и повысит вас во имя Иисуса. Никогда не говорите: «Боже, я ждал так долго». Не начинайте думать, что нечто может быть сложным для Бога. Не думайте, что задержка — это отказ. Возможно, ваша ситуация усугубилась во время пандемии, но не думайте, что его слова — это пустые слова. В камне нет ничего особенного. Если бы у нас был Геркулес, у нас был бы здесь огромный камень. В том камне нет ничего. Люди могут смотреть на вас и думать, что у вас нет потенциала. Возможно, люди смотрят на вас и думают, что вам конец. Люди могут смотреть на вас и думать, что у вас нет будущего. Но когда Бог смотрит на вас, Бог видит в вас великана, сильного мужа или сильную жену. Бог видит царя. Когда люди видят пастуха, Бог видит человека с великим будущим. Никогда не говорите, что этого не может быть. Ведь Библия говорит, и это книга Иеремии, 32 глава, 27 стих. Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Самое сложное, сухое и невозможное место — это место для приглашения Божьего. То место, которое люди называют невозможным. Это то место, где Бог сделает свое дело. Люди могут говорить, что Бог не может использовать этого человека, но Бог будет использовать его. Бог будет использовать самого слабого и сделает его самым сильным. Я обращаюсь сегодня к кому-то из вас. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Для Сары ожидание составило 24 года. Когда Аврааму было 75, Бог сказал ему, «У тебя родится ребенок». Мы знаем, что Авраам отчаялся. В итоге Богу пришлось изменить его видение, его взгляд и его имя с Авраама на Авраам. Бог добавил свое имя к имени Авраама. Бог заключил с ним завет, и когда Бог занимался заветом, стервятники атаковали. А так всегда. Когда Бог готовится поднять вас на новый уровень, прилетают стервятники. Они появлялись в Библии и будут появляться и сегодня, пытаясь разрушить планы Божьи. Но вот в чем дело. Когда Авраам заснул, Бог вступил в игру. Он начал ходить вокруг него, как огонь. Бог придет в вашу жизнь во имя Иисуса, как горящий факел. Огонь Божий поглотит всякую оппозицию, которая сформировалась против вас во имя Иисуса. Вот Бог, которому мы служим. Итак, Бог изменил имя Авраама на Авраам. Иегова, Яхве, Юд-Хей, Вав-Хей, безгласных. Евреи не могли произносить имя Бога, считая его слишком святым. Бог присоединил свое имя к его. Точно так же Он поступил и с нами. Он присоединил Христа к нам. Христос в нас, упование славы. Теперь дело не в нас, а во Христе. Дело в Нем. Вопрос не в вашей силе и способностях, а в силе и способностях Бога Небес. Авраам, я твоя великая награда. Мне не нужны твои таланты и силы. Мне нужно твое доверие. Положись на меня. Я принял решение и благословил тебя. Христианин — это человек, похожий на Христа. Вы несете имя Божие, и когда дьявол видит вас, он видит Христа в вас. Перестаньте поступать естественно и начните поступать сверхъестественно, потому что именно там вас ждут благословения во Христе Иисусе. Вас ценят, и вы благословенны. У вас есть будущее и надежда. Вы полноценны благодаря той цене, которую Иисус заплатил за вас 2000 лет назад. Не говорите, что это слишком трудно или невозможно. Библия говорит в Евангелии от Марка, что невозможное людям возможно Богу, потому что с Богом все возможно. Авраам ждал 24 года. Бог пришел к Аврааму, чтобы поговорить так же, как я говорил сегодня с вами. Хочу сказать, что Бог не закончил с вами. Бог разверзнет камень, откроет вашу утробу и разум. Он откроет двери, и вода потечет сильным потоком. И сказал, один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары». Это Бытие, 18 глава. Кстати, он изменил ее имя Сары на Сарру. Бог также добавил свое имя к Саре. Если вы трогаете Сарру, вы трогаете Бога. И будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Вы сидите сегодня дома, слушаете проповедника и говорите, «Я слышал это. Я ждал 22 года». Посмотрите, что сделала Сара. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Саре было 89. Сегодня у нас много докторов. В то время Бог сократил продолжительность жизни человека до 120 лет. До этого все было иначе. Адам должен был жить вечно. Мы знаем это. И тогда Бог сказал, «Я сокращу годы людей до 120 лет». Он не менял этого. А вот почему, когда вам исполняется 60, это лишь полпути. Библия говорит о молодых вдовах, как о тех, кому до 60. Она говорит, что молодые люди — это те, кому до 60. Некоторые люди спрашивают, «Как тебе в 50?» А я отвечаю, «Так же, как и в 35, я выгляжу лучше их». Я шучу. Сара внутренно рассмеялась. Она прошла возраст деторождения. «Я потерял работу, дом и пса. Как в песне, вы потеряли все». Из-за ковида сейчас самое время для того, чтобы написать песню об этом. Авраам же и Сара были стары. Сара не могла родить ребенка естественным путем. Ваш бизнес, ваша ситуация, а вы потеряли всякую надежду, вы готовы уехать. Но тут приходит Бог и напоминает Аврааму об обетовании. Библия говорит, Сара внутренно рассмеялась. Это не был смех радости, но цинизма. Когда вы принимаете нейтральное положение, то становитесь циниками. Я доверял Богу и исповедовал это 7 лет, 10 минут, быть может. Она внутренно рассмеялась, сказав себе, «Когда у нас происходят лучшие разговоры, знаете? Не тогда, когда мы сплетничаем». Лучшие разговоры происходят внутри нас, когда мы не говорим ни единого слова. Величайшие битвы — это битвы внутри, без единого слова. Но у нас бывают такие разговоры. Мы говорим с собой, а затем слышим ответ. Но этот голос, который отвечает нам, — это мы с вами. Понимаете, о чем я говорю? Да, пастор. Потому что вы тоже люди, у нас бывают такие разговоры. У нее был разговор, в котором она ограничивала Бога. Это был разговор с циником, скептиком. Я не верю в это. Это никогда не случится. Ну и так далее. Она не говорила в шатре по соседству, она говорила с собой в себе. Но Бог услышал ее. Бог слушает наши разговоры с собой. Бог знает, во что вы верите. Бог знает, что вы говорите внутри. Вы можете говорить правильные вещи снаружи, как попугай. У нас был попугай, мы взяли ее у других людей. Она влюбилась в меня с первого взгляда. Когда она впервые увидела меня, ей было 5 или 7 лет, и сразу же она влюбилась в меня. Но она выучила плохие слова, которые я не буду повторять по очевидным причинам. Тот человек, у которого она была до меня, говорил с ней так. А потом она начала говорить так со мной. Но я сказал, «Нет, ты не будешь говорить так со мной. Мы должны изменить это. Ты будешь говорить «Аллилуйя». А не то, что говоришь сейчас. Послушайте, Бог знает те разговоры, которые бывают у вас внутри. Когда Бог обратился к Гидеону и сказал, «Бог с тобой, муж сильный», он ответил, «Я самый малый и слабый», ну и так далее. Кто сказал ему это? Он оказался в трудном положении и начал говорить с собой. И в этом разговоре он мешал тому, что Бог хотел сделать для него. Если вы хотите сделать что-то в 22 году, то избавьтесь от этого разговора, который крадет у вас жизнь, который ведет вас назад. Этот разговор крадет у вас радость. Он сбивает вас с пути. Он крадет у вас потенциал во Христе Иисусе. Вам нужны Божьи разговоры. «Господь с тобой, муж сильный, Господь с тобой, жена сильная, Господь — мое убежище и мой щит». Кого мне бояться? Вам стоит поговорить с собой. И не только про себя, но и вслух. Обратитесь к себе и озвучьте обетование Божие для вас. «И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарюсь? Я 35 лет проповедую и знаю, что все вы разговариваете, когда я говорю, ведь так? Я согласен. а я не согласен. Мне нравится его стиль, а вот мне не нравится. Мне не нравится его розовый галстук. Розовый галстук никак не связан с моим помазанием, абсолютно никак. На мне не было бы больше помазания, если бы я был в балахоне. У вас бывают свои разговоры в то время, как звучит Слово Божие. Она слышала Божье Слово, но разрушала его своими разговорами. Я знаю, что это главное, что делают люди. Вы мешаете благословениям Божьим проявиться в своей жизни из-за множества внутренних разговоров. Так происходит до тех пор, пока их внутренние разговоры не становятся реальностью. Божье Слово не становится вашей реальностью, а ваш разговор становится, и тогда вы начинаете жить на основании этого разговора, в то время как у Бога есть нечто чудесное для вас там, в то время как у Бога есть земля обетованная, есть будущее. Бог приходит и говорит: «Я разверзну камень, и потечет вода». Я хочу спросить вас, что может помешать Богу разверзнуть камень, чтобы из него потекла вода, которая благословит вас, повысит вас? Я не спрашиваю, как Бог благословит и повысит вас. Я спрашиваю, верите ли вы в то, что Бог может разверзнуть камень, чтобы из него полилась вода, благосклонность и благословение. Бог может превратить вашу пустыню в землю благословений. Можете ли вы поверить в это сегодня? Если вы позволите вашим внутренним разговорам до конца управлять вашей жизнью. Мне нужно заканчивать. Бог говорит Аврааму в 14 стихе: «Есть ли что трудное для Господа? У Сары будет сын». Все, разговор закончен. Конец. Это то, что я предназначил для тебя. Это то, что ты сделаешь. Это исполнится в твоей жизни. Хватит других разговоров. Поверь в то, что я сказал. У тебя будет сын, у тебя будет будущее, бизнес, работа, здоровье. Тебя будут ценить, ты поднимешься выше. Верьте в те слова, которые Бог говорит вам во имя Иисуса. 2000 лет назад у Бога был разговор с нами, когда Он послал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы Тот умер на кресте. Этот разговор звучал так: «Ибо так возлюбил Бог мир». Это был разговор Бога Отца с Сыном и Духом Святым. После грехопадения Бог начал разговор об искуплении человечества. На самом деле Он начал его еще до создания мира. Иисус был готов стать жертвенным агнцем еще до сотворения мира. У Бога был разговор о вас задолго до вашего рождения. Это был разговор о вашей судьбе и всем остальном. Бог знал все, через что вы пройдете. Он послал Своего Сына и Духа Святого заранее, чтобы проложить для вас путь. Возможно, сегодня вы не знаете Иисуса, хоть и сидите в нашей церкви в Йоханнесбурге, Кейптауне или в Блумфонтейне. Возможно, COVID забрал у вас Бога. Возможно, если вы умрете сегодня, то не знаете, где будете проводить вечность. Я хочу сказать вам, что Иисус любит вас. Он пролил Свою кровь за вас. Разговор между вами и Богом должен измениться. Хватит говорить: «Я недостаточно хорош, не заслуживаю Божьей милости. Сначала я хочу все исправить». Нет, этот камень не должен был расколоться сам. Петру не нужно было исправлять все, чтобы Иисус пришел к нему. Моисею не нужно было исправлять себя. Бог исправил Моисея, Петра, Павла по дороге в Дамаск. Вы не можете сами исправить себя. Это не в ваших силах. Это религия. Вы должны найти Христа и принять Божий разговор. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А затем вам нужно самим обратиться к Богу и сказать: «Я верю. Я принимаю Тебя, Иисус, как своего Господа и Спасителя. У блудного сына также был разговор. Он сказал себе, это был правильный разговор после неправильного, когда он сказал отцу, «Отдай мне мое наследство», и ушел из дома отца. Затем он сказал себе, «Я должен вернуться». Многие из вас нуждаются в таком разговоре. Вы должны вернуться к Иисусу, к Богу. Вы должны отдать свою жизнь Христу. Вы должны отдать свою жизнь Иисусу. Вы можете смотреть нас по телевизору, сидеть в церкви или в тюрьме. Величайший разговор был у Павла по дороге в Дамаск. «Кто ты, Иисус?» Он принял его как Господа и Спасителя, так что склоните головы. Скажите, пастор, мне нужен новый разговор с Богом. Я хочу наладить отношения с Богом и отдать свою жизнь Иисусу. Если это про вас, то я хочу помочь вам начать этот разговор, чтобы вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя или вернулись к Иисусу. Если вы желаете этого, то тихонько поднимите руку. Я хочу помолиться за вас. Пусть Бог благословит вас. Поднимайте свою руку. Давайте, поднимайте. О, да благословит вас Господь! Вы можете обрести небо и избежать ада. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит тех, кто смотрит нас по телевизору. Хочу обратиться к нашим зрителям. Скажите со мной. Иисус, я отдаю свою жизнь Тебе. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Спасибо, что умер за мои грехи. Я верю, что Ты жив. Сегодня я возвращаюсь к Тебе во имя Иисуса. Аминь и аминь.